Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Приветствует вас канал Шопинг Китай. Очередные посылочки небольшие к нам прибыли на сегодняшний день. Давайте же их и рассмотрим, попробуем, что это у нас такое. Итак, это у нас клей B7000. Вот немножко, когда я открывал, отрезал ему вот эту заднюю часть. Ничего страшного, мы скотчем заклеили. Я думаю, это не смертельно. Суть самого этого клея в том, что он предназначен для клей герметик сам по себе, для склеивания поверхностей, таких как телефоны, где необходима герметичность. От пыли, грязи, может быть даже и от воды в каких-то случаях. Такой вот тюбик объемом 50 мл для склеивания, еще раз повторюсь, мобильных телефонов. Но не обязательно, можно его еще где-то применить, да, довольно-таки крепкий клей, клей герметик. То есть такое вот китайское решение прибыло к нам. Итак, следующая посылочка, прибывшая к нам с сайта AliExpress. Постараюсь в этот раз ничего не отрезать, будем резать по краешку. Итак, это у нас электронные весы, завернуты, это упаковочная пленочка у нас. Такая защитная. Тут помимо ее еще в таком футлярчике они прозрачные стекла. Ну, собственно, как футляр, защитная рабочая поверхность, защита от каких-то царапин, повреждений. Тут сама взвешивающая поверхность тоже закрыта пленочкой, дабы не травмировать ее, наверное, при пересылке. Вот такие вот сейчас весы. Имеется у нас батареечка, сейчас ставим, проверим, как они взвешивают. Ну, точно таких каких-то предметов определенного веса у нас нет, но как мы проверим, работают ли они вообще. Итак, вот загорелся экранчик. Ну все, вот нули граммы, что-то он тут колеблется, но это, наверное, требует горизонтального положения все-таки. Вот. Переключение. Итак, вот имеется кнопочка сброса тары, ну тут, в принципе, на всех весах одно и то же. То бишь, если в чем-то взвешивать, можно сначала положить там что-то такое. Вот показывает у нас 4,3 грамма. То есть такие вот до десятых делений. Вот. То есть такие вот мелочи взвешивать. Вот еще у нас такой переходничок имеется под рукой. 4,1 грамма. Менюшка тут, собственно, простая. Переключение граммы, пункты. Вот. И, что я говорил, сброс тары. То есть, вот он весил 4 грамма. Мы сбрасываем. И это у нас получается 0 сразу. То есть, если в какой-то емкости взвешивать что-то, что-то там сыпучее, можно вот так вот бросить и обнулить, то бишь вес самого продукта или что-либо там нужно взвесить. Такие вот весы. Ну, материал, что сказать, наверное, самовзвесующий металл, такая вот поверхность вот эта вот вверху. А тут пластик, кнопочки резиновые, не скользящие, тут вот промахнуться сложно. Удобная вещица. Ссылочка в описании, проходим, посмотрим и покупаем, соответственно. Итак, следующая у нас
посылочка такая габаритная. Габаритная посылочка. Что-то плотно накрутили наш дружный Китай, плотно запаковал. Итак, это вот такая вот автомобильная пепельница. Для тех, кто любит покурить во время движения автомобиля. Ну или мало ли там для мусора, который не мелкий, небольшой, скапливается в автомобиле. Материал пластик какой-то, но на звук довольно-таки твердый, не жесткий. Ух ты, тут еще такая подсветочка имеется, наверное, в ночное время, чтобы не промазать. Имеется вот держатель для сигареты и еще какой-то конический держатель. Непонятно, для чего, может, вторучку получится вставить или сигарету там затушить, неизвестно. Вот такое вот решение. Закрываем, вот прикрыли не до конца, лампочка тут приоткрыли. Это то есть можно вставить вместо подстаканника, если там машина бывает не оборудована пепельницей. Такое вот решение существует. Ссылочка в описании. Заходим, смотрим. Ставим лайки нам, не забываем также. Подписываться не забываем на наш канал. Всего доброго. Пока.